Вчера во второй половине дня произошло раскрытие маяка по адресу Польский спуск 5, что повлекло за собой угрозу обрушения данного фасадного флигеля, в котором находятся 4 квартиры и проживает семья в количестве 5 человек. Было принято решение об отселении. Данным людям было предложено отселение на детскую базу отдыха «Мечту» для дальнейшего проживания во время заказа экспертизы и принятия решения по данному дому.